Persona. Давай, щоб не Сегодня решили день посвятить тестам, то есть прыгнули в длину, посмотрели, так скажем, прыжок в длину с места и провели тест 7x50, контроль скоростной выносливости у ребят. То есть, ну, так как ребята находятся уже под нагрузкой, и то есть, как бы для нас информативно было только то, что насколько нам дальше работать в этом направлении. Ну, сборы продолжаются, продолжается работа с ребятами. То есть сейчас основной упор делается на силовую подготовку и на, так скажем, укрепление суставно-связочного аппарата, то есть подготовку мышц предстоящим следующим сборам, для того чтобы ребята окрепли, набрались физической мощности и, так скажем, чтобы в сезоне снизить свою травматичность. Так мы записываем, все, ты понял или нет? Да нет. Так почему?